Не так, так этак. Это позже анекдот. Ну что делать? Я не виноват, это то, что вы любите. А спрос определяет предложение. Окей, погнали. Это вовсе не умора, что ты опять сожрал все жора. Господь, направь и укрепи. В него рожал, я сожалею. О Боже, просто укрепи. А вот направить я сама сумею. Да, женщины, это, конечно, как они нами крутят. Настраивают отцов против родных детей даже. И такое есть. Да. А по чьей вине Адам съел яблочко в саду? Так бы мы не работали. Ладно, это все к демагогии. Обнимаю всех, люблю, пока.